приготовили угольную рыбу по какому-то испанскому рецепту, который нашел на ютубе. Угольная рыба, чеснок, оливковое масло. Еще не знаю, как получилось. Я вообще первый раз пробую угольную рыбу. Вкусно есть я не умею, поэтому просто попробую и выскажу свое мнение. Рыба вкусная, гораздо вкуснее, чем треска обычная, сочнее, пожирнее, но прям вау-эффекта, как от палтуса, допустим, у меня нет. Она не такая жирная, как палтус, но однозначно вкусная. Все, я закончил. Папа, да. А почему угольная рыба тебе нужна? Черная треска, как называется. Она черная, поэтому... Приготовили.